Всем привет! Мы находимся в городе Новосибирске, в Маяке. Сибирько-гвардейц 47/1. Посмотрим посуду с вами. Я вот такую нашла здесь, смотрите. Это графин и 6 кружечек, 550 рублей. Графин для воды, для компот, для мурсов, кому как нравится. Здесь открытое, можно глянуть. Вот бокал, цветочный принт. Уже летний ансамбль мы видим. Здесь вот аккуратненько поставим. Это то же самое. И вот графинчик стоит. Он с крышечкой. Крышечка, он, видите, какая интересная, пластмассовая. Открывается, закрывается, вот как клапаном, защелкивается. Давайте посмотрим, сколько литров здесь. Здесь не указано. Сейчас здесь глянем. Как я поняла, это вот кувшин. Здесь написано 1,5 литра. Ну, вот так он выглядит в наборчике. Давайте посмотрим, какая-то вазочка здесь красивенькая за 100 рублей. Россия. Руку засунем и посмотрим. Ой, какая красота. Сейчас я сделаю, посмотрим. Золотом обрамление. Обалденное, конечно. На 8 марта кому-то подарить. Я бы такой тоже не отказалась. Шикарно. Ой, это что такое? Выглядывает. А здесь другой рисуночек. Очень тоже здорово выглядит. Вазочка. 252 рубля. Здесь артикулы написаны. Здесь не написано, как вот здесь. Ну, мы поняли, ладно. Но я бы, наверное, за 100 рублей бы взяла, честно. Мне нравится. Давайте дальше посмотрим. Ну, это мое мнение. Еще вазу нашли за 155 рублей, 250 миллиграмм. Ой, какая обалденная. Посмотрите. Какая красотища. Прям все в цветах. Давайте посмотрим, может, другое есть. Не так же. Очень мне нравится вазочка. Прелесть какая. Ну, этот набор мы предыдущий видели. Про него не говорить не будем. Но раз мимо идем, мы на него обратили внимание. Чайник круглый. 205 рублей. 750 миллиграмм. Китай. Давайте глянем. Мне давным-давно такой был чайничек кругленький. Не знаю, кому я отдала или подарила. Ну, пользовалась, ничего не могу сказать плохого, нормальный. Кто пользовался, кто покупал, то скажите нам, хороший, нехороший, чтобы люди тоже были в курсе. А вот еще, что я нашла. Тоже артикул здесь написано. Здесь тоже чайник, кстати, вот такие чайнички подают в кафе. Туда насыпают сыпучую заварку. Чай. И так заваривается. Мне нравится. Я такую искала, но не нашла. Нашла уже другую, купила. И ничего, очень довольна. Но вот эти чайнички недорогие, конечно. А вот еще здесь что мы нашли. Так, здесь какой-то артикул. А здесь ниже вот написано. Пластик 600 миллиграмм. 225 рублей. Ну вот, тоже он, смотрите, как здорово упакованное все. Прогрейте чайник, прежде чем заварить. И чтобы минуточку горячий постоял, потом туда заварку и кипяточек. Вот, смотрите, какой красивый цвет, прям вообще яркий-яркий. Мне очень нравится. Сиреневый цвет такой фиалковый. Большие прям. Здесь выборы, кстати, огромные. И разные есть цвета, посмотрите. Тоже здорово. Еще вот люди спрашивали, есть здесь губки или нет. Вот за 30 рублей губки есть антицеллюлитные. Ух ты. Ну-ка давайте посмотрим. Правда, антицеллюлитная. Прекрасный массаж, хорошее настроение. Вам обеспечено.
Она жесткая, наверное. Ну да, такая жесткая. Кстати, классно. Они вот такие, кстати, эти мочалки, они хорошо мылятся. Они вот так чуть-чуть, и они прям мылятся. Ну, огромный выбор. Огромнейший. Вообще здорово. А это что, интересно? Ну-ка. 57 рублей мочалка. 57,90 мочалка. Угу. А вот они. Да, они жестковаты такие. Вот я люблю жесткую, я не люблю, которую как тряпочка гладит, и ничего не это, не помоешься. Я люблю, что вот эти веревочки были, чтобы спину потереть можно. Ну-ка. О, нарисован даже шахтер, жесткая. Ну, отличненько. Вот правда отлично. Вот какая вам нравится? Вот какую бы вы себе взяли? С веревочкой или вот эти? А эти стоят 30 рублей. С веревочкой, ну, почти 60. Две можно купить. Ну, здесь вот прям написано, как для шахтера. Шахтеры-то, конечно, вылазит оттуда уголь. И, конечно, там вообще надо отмыться. Так, еще спрашивали у меня про веники. Я веники нашла. Так. 80 рублей веник для подметания пола. Ну, кому что нравится, тот и будет подметать. Правильно? 80 рублей. Че? 79. Ну да, 80. Вон, целый ворох. Очень много, конечно, веников. Ну, мы всегда, я вот веник когда покупаю, я его ошпариваю. А потом это здесь вот или изолента вот так заматываю, что вот эти ломаются быстро. Либо вот какой-нибудь чулочек, носочек старенький тоже одеваю. Мне нравится так, я так делаю. И еще посмотрите, огромнейший выбор здесь. И есть халаты на замочке, и есть они без замочка. Мне сказали, это стоит 338 рублей. Давайте посмотрим. Размерчики все, хлопок 100%. Вот это мне нравится. Длина тоже хорошая, где-то до колена, чуть-чуть пониже. Так, здесь вот они идут без рукавов, еще есть, вот смотрю, разные прям расцветки хорошие. Вот ночнушечки есть. Давайте. Есть тоже с рукавом, есть без рукавов. Ночная, женская. А в какую цену женская сорочка? Это же надо найти. Так, сорочка. Женская 129,90. Размеры 48 до 58. Хлопок 100%. Вот нашли мы с вами. Ну вот, умница мы с вами. Ой, какие, смотрите. И желтенькие платьишки есть. Жарище сейчас будет. Одела, идешь иностранная. Какая красота. Сейчас оденем на плечико. Свалилось чуть-чуть. И вон какие сиреневые цвета есть. Размеры разные. Большие он есть. И синие. Ой, отлично, отлично. Огромный прям выбор. Ну ладно, мои хорошие, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы меня не пропустить. Всем-всем мира и добра, мои хорошие, пока. Здравствуйте, друзья, мы находимся в маяке, город Новосибирск. Давайте пройдемся, посмотрим, что здесь есть. Я пледы обнаружила здесь, 150 на 200, 430 рублей. Ой, какая красота. Они мягкие-мягкие, кстати. Коралл флис. 180 на 200. Цвета очень хорошие, кстати. Все аккуратненько завернуто. Вот лежат. Разные есть. Вон там и буковками всякие пледы есть. И серенький вот какой. То как заворачивает, то так просто лежат, то так. Ну-ка, давайте еще вот этот глянем. Нет, он такой же, как и этот.
чуть-чуть расходится. А так классно. Давайте следующее посмотрим, что мы здесь найдем. Интересненькое, новенькое. Органайзеры для хранения. Комплект 6 штук. 460 рублей. Что это такое? Давайте с вами выясним. Ага. Органайзеры — это для хранения белья и так далее. Кому что нравится, то туда применит. Оно дышащее. Это видите, что? Открытого, видите, нету. Смотрите, он разные цвета есть. Это 6 коробочек на молнии. И вот можно хоть что туда хранить. О, как! Такое я не видела. Интересные штучки. А этот что у нас? Интересно. И что это, куда? О, это как это, как рюкзачок. Смотрите, какой этнический рисунок. Сумка, рюкзак, все правильно. 31 на 41 сантиметр. Сумка, рюкзак. А ну-ка, 189 рублей. Текстиль. Ух ты. А мне нравится. Красивый, да? Да хоть куда, пошел, уже тряпка есть тряпка, она не порвется, как пакет. А здесь одел и пошел. И руки свободны. Мне нравятся рюкзаки, я люблю рюкзачки. Кто спрашивал про колготки? Колготки Зимушка. 350 ден, 220 рублей. Давайте я пощупаю. И вам скажу, стоит такое брать или нет. Да, они плотные, кстати. Вот. Здесь специально оставили нам, чтобы могли пощупать. Но здесь то же самое. Ну, отличненько. За 80 рублей колготки 40 ден. Уже люди к весне будут готовиться. Размерчики я уже посмотрела. Здесь много размерчики, разные есть. В наличии очень много. Колготки, лето написано. Или не лето? Нет, не лето. 198 рублей. О, черненькие. Все черные, что ли? А нет. Нет, все черные. Но я больше предпочитаю черные. Брать не буду. Мне нравятся черные колготки. Хотя некоторые телесные носят. Почему бы нет? Кому что нравится. 80 ден, 125 рублей. Вот тоже колготочки. Плотные, я смотрю. Ну, плотненькие такие. Уже нога не просвечивает. Видно, что хорошие колготочки. Вот еще есть. За 95 рублей. Жон, колготочки всякие разные есть. На ребятишечек яркие. Белые, черные разные есть. Здесь еще, смотрю, появились весы кухонные. 509 рублей. Называется Матрёна. Электронные, кухонные. 509, ну, 510 рублей, по-русски говоря. Здесь, видимо, их маленько доставали. Мы чуть-чуть подглянем. Вот они. Ну, не сильно тяжеленькие, нормальные. Люди, зачем все подкрывали? Вот есть одна открытая, зачем все? Вот. Ну, это наше отечественное. Питание есть и от батарейки. Вот. Еще даже и фены есть. А какие они махонькие. Здесь коробочка-то он какая маленькая, вот. А фен еще можно и в дорогу брать. Вообще маленький, прималенький. Не знаю, кто брал такой, нет. Да и дома как бы это место немного занимает. Вот характеристика все, пожалуйста, для фена.
Сейчас стоимость глянем. 625 рублей. Две скорости. А это что такое интересное? Блендер. Набор. Здесь всякие разные прилады. Мы его открывать не будем. Там уже и так люди подкрывали. 810 рублей. Давайте дальше пройдем. Электроприборы у нас, видите, идут. Значит, что такое? Давайте сначала прочтем. Тоже блендер. Насадки, кофемолка. 2230 рублей. Вот как. А что ж так они ложат-то? Не культяпись-то. Хотя бы так бы поставили, чтобы люди не тыкались-то. Ну, а там насадочки вон, всякие разные одевать можно. Люди не свое, так и не свое. Вот как попало, достают, смотрят. Это обработка идут. Давайте сейчас прочтем. Электрическая пемза для ног быстро устраняет мозоли, огрубевшую кожу на топтыши. Ну, слушай, прям электро. Это очень здорово. Мне кажется, это многим надо. У меня постоянно тоже надо пятки чистить. Ну-ка, цена. Ну, цена тоже нормальная. 680 рублей. Ну, вообще красотища, конечно. Ну, ладно, мои хорошие. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мое видео. Всем-всем только мира и добра, мои хорошие. Пока-пока. Привет, мои друзья. Мы находимся в городе Новосибирске, в Маяке. Улица Сибирьков-Гвардейцев, 47/1. Давайте с вами пройдемся по новиночкам. Что там у нас интересное есть? Корзина, сумка универсальная, 40 литров, 410 рублей. Их так много, что это даже выше меня. Я попробую, конечно, достать. А-а, я не достану, это очень высоко для меня. Я маленькая. Уважаемые граждане, вот. Все здесь написано, все понятно. А, что вам еще хотела показать? Я вот такие в фикс-прайсе покупала. Салфетки из микрофибры для уборки. 30 на 30, 58 рублей. Они выглядят вот так. Я себе тоже взяла сейчас. Вот. И вот здесь показано, какие салфетки. Но мне кажется, там они поменьше, салфетки, вот эти микрофибры. Очень нравится мне, как бы на кухне, 5 штучек. Было бы подешевле бы. Ну, а куда деваться? Надо покупать. Ну, вот здесь, короче, вот разные есть. Вы берете такие, нет, салфетки? Я беру, мне они очень нравятся, они очень хорошо выжимают. Служение симптомов заболевания, не поддавайтесь панике. Следующий комплект емкости для сыпучих продуктов. 3 штуки. 0,5 литр и 1,5 литра. 320 рублей. Ну-ка, давайте посмотрим. Мы это достанем с вами. Ну да, достанем. О, видите, какая прелесть. Интересные, я такие не видела. Корзиночки у нас интересные. 160 рублей, 14 литров. Овальная. Овальный пластик. Пластик хороший такой, плотный. Не прогнешь его. Вот, чувствуете? Вообще не гнется. А цвета все хорошие. Посмотрите все. Прям целый лес. Это что такое? С ручкой. Ну-ка. Я вон тоже с тележкой хожу. Раздеваюсь. Текстильная корзина для белья. 87 литров. 380 рублей. А при чем с ручки? Или это просто кто-то положил? Понятно.
домой берем пока. Вот что. Ой, какая красота. Ой, как мне нравится такой цвет. Ну-ка. Уважаемые посетители, улыбнитесь. О, смотрите, какой большой. Глубокий мешок. Ну-ка, закинем его сюда. Цвета все хорошие такие. Веселенькие, прям вообще хорошо. Очень много. Ну-ка, давайте глянем здесь. Что там? Вот так она выглядит. Мы уже это глянули. Высота 55 сантиметров. Новосибирская ткань. Мы увидели. Прочная. Легко складывается. Ну, уже мы видим наглядно. Очень здорово. Давайте корзину глянем. Что за корзина огромная? 32 литра. Корзина для белья круглая. 625 рублей. Вот такие. Да, можно использовать хоть куда. Вот такая красотища. Так. Там что-то внизу интересное лежит. Ну-ка сейчас глянем, прочтем. Набор салатников. 0,6, 3 штуки, 35 рублей. Ну-ка давайте глянем. Они упакованные. Ну да, вот они. 3 штучки. Все написано. Все, пожалуйста. Пищевая, все. Цвета вон всякие разные. Так, это что у нас интересно? 220 рублей. Ящик с крышкой, со створком, 15 литров. Ну-ка, давайте глянем его. А-а-а. Очень удобно, кстати. Запаха нету, кстати. Ну-ка, Россия или Китай? Да, Россия. Я смотрю, что запаха-то нету. Очень много его. О, кашпо. Наша любимая. Ну, мы его уже видели, это кашпо. Так, чуть-чуть визуально глянем, конечно. Тяжелое это железо. Для обуви. Полочка. Сколько? Четырехъярусная. Ну да, бронзовая. 700 рублей. Ну, чувствуется устойчивая такая. Все культурно, все замотано. И вот разные, смотрите, ключницы есть. Каких только нету. Красотища. Кому как нравится могут. И ключница есть вот здесь вот висит. И вот для вилочек и ложечек. Вон какие подставочки интересные. Очень здорово. Так, давайте еще вот здесь глянем. Что-то выглядывает. Угу. Сейчас давайте поглядим. Вот она, ключница, домик, все правильно. Вот так красивенько поставить, чтобы люди видели. Это уже, смотрите, ключница, кстати. И вот так подвешивают. Что-то может туда положить, что-то подвешивать. Очень интересно. И что я еще нашла-то? Кондиционер для белья. Ленор. Обалдеть. 4 литра, 200 рублей всего. Огромные залежи. А это что за зубная паста? Ну-ка. 30 рублей всего. С алоем. Удаляет зубной налет, защищает от кариеса, освежает дыхание. 170 грамм. Что-то дешево. Ну да, это она, я думаю, может быть, неправильно. Нет, все правильно. А вы брали такую, кстати, пасту? Если брали, напишите, я тоже такую возьму. Я без вашего ведома брать не буду. Хочу от вас узнать. Я надеюсь, вы мне скажете. Так, а это что? Ну, вот эту я брала.
75 миллиграмм, 70 рублей. Такую я брала. Это хорошее. Это точно знаю. А вот то мне интересно. Кстати, и недорого. Вообще классно. Ну-ка, давайте еще сюда глянем. Ну, это уже кто-то скрыл. Мы трогать не будем. Мы не такие люди. Ну, зубной пасты, посмотрите, очень много. Всякая разная. Ну, ладно, мои хорошие. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мое видео. Всем-всем мира и добра. Главное, чтобы все было хорошо у вас и у нас. Пока-пока.